Народ, всем привет. Харьков. Сегодня у нас 31 июля. С завтрашнего дня уже 1 августа. Последний месяц лета. И в августе 24 числа уже будет как полгода, как у нас война идет. Просто кошмар. Все живем мы как будто в каком-то сне уже эти полгода. Просто у всех жизнь перевернулась с ног на голову. Но, тем не менее, все продолжают жить, продолжают работать. Ночью мы прячемся от обстрелов, а днем продолжаем жить, по крайней мере, пытаться жить своей обыденной жизнью, несмотря ни на что. На этом ведь жизнь не останавливается. Но все же пренебрегать воздушными тревогами не стоит. И как только вы слышите, что в городе объявлена повітряна тревога, нужно обязательно пройти в укрытие даже днем, потому что уже неоднократно были все эти случаи и неизвестно, куда прилетит. Поэтому с этим тоже шутить не нужно. Сегодня смотрел обзор тоже одного блогера харьковского, Тиана Антиквар. Я думаю, вы тоже, некоторые из моих подписчиков, ее смотрите. И вот ее там последнее видео было про барахолку. То есть можете зайти посмотреть, сколько людей на барахолке. То есть каждый день они выходят, пытаются тоже что-то продать, что-то заработать. Поэтому я уверен, что благодаря нашему такому духу, нашему настрою мы обязательно победим. Я надеюсь, я кому-то тоже помогаю, показываю вам наш родной город. Кто-то увидел свои родные дома, родные квартиры, родные окна, целые они там, не целые, в общем, тоже пытаюсь что-то делать, чтобы помочь, показать тем людям, которые далеко от Харькова или далеко от Украины, увидеть частичку родного города. Мне кажется, что это будет для вас приятно. А вы, в свою очередь, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Всем огромное спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Всем пока.